Печальные события развернулись в рабочем поселке Старожилово. По версии следствия, днем 10 апреля этого года мужчина 70 лет распивал спиртные напитки со своей 79-летней знакомой в ее квартире. В ходе распития произошла ссора, переросшая из словесной перепалки к применению физической силы. Мужчина нанес несколько ударов по голове бутылкой своей собеседницы. В результате полученных телесных повреждений женщина спустя некоторое время скончалась в больнице. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу. Теперь 70-летний житель Старожиловского района, ранее уже судимый, предстанет перед судом в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.